Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наше мероприятие называется «Мы живем в семье одной». Вы подробнее ознакомитесь с историей и культурой абхазского народа. Абхазы условно делятся на гудаутских и ачимчирских. Принципиальных различий в культуре и языке нет, но есть нюансы в традициях проведения церемоний, в фольклоре, в бытовых мелочах. Существует некоторое количество крупных абхазских фамилий, каждая из которых может относиться 2-3 тысячи человек. Разумеется, в таких больших фамилиях каждый не может знать каждого, но однако они считаются родственниками. Фамильные сходы, которые сравнительно регулярно проводятся, как раз и помогают однофамильцам познакомиться друг с другом. В абхазской культуре понятие «родственник» значительно шире, чем в европейских культурах. К числу близких родственников относятся не только двоюродные, но и троюродные братья и сестры, а также двоюродные и троюродные дяди и тети. Часто именно по этой причине абхазу или абхазке не так легко жениться или выйти замуж. Прежде чем между молодыми людьми начнутся серьезные отношения, они должны хорошо промониторить родословную друг друга. Нельзя создавать семью, если ваш жених или невеста относятся к той же фамилии. Случились примеры, когда семью создавали люди одной фамилии. В таком случае у них был один только выход – покинуть Абхазию и обосноваться где-нибудь в другой стране.